Если мы в следующий раз придем, убьем. Да. Все мы нормально делаем. Там все нормально Да. делается. Просто, вот, ну, вот, допустим, трай мы дошли, и 70% убило танк. Надо просто Ну, стопать. вот смотри, раллисты пингуют. То есть, ну, где вероятно, что у него Но так же, один как я. раз его пингануло. Второй раз мы, когда вышли, уже 70% было материальность. Его просто убило. То есть, Но ну, тут там не вина пингует его. уже паладина. Ну, в смысле, он бьет X2, грубо говоря. Ну не X2. X2 он на Ну, там 80. сколько, 70? X2, да, X50 он там бьет на 70. X2 на 80. Ну, уже явно один хил там не справляется, поскольку пока ДЦ выйдет, там сразу метеор падает, надо перебежать, скорее всего. То есть, ну, уже проблемы с этим. То есть, ну, вот два, когда мы закончили вторую фазу, два вайпа, это вот этих вот. Один раз пингануло, один раз мы просто не стопнули. То есть, вроде проблем особых не было. Так-то, по сути, можно третьего хила добавить в свет. Но надо вот это, чтобы у нас закончились как-то смерти на лезвиях, на дыханиях, на вот этой всей хуйне. У нас тоже поначалу милишников очень много умирало от Тут лезвий. если что. Решили проблему как? Когда двигались, просили милишников даже чуть-чуть назад от босса отходить, ну, чтобы у них атака не попадала, ну, не доставала ренджа. А когда лезвия прекращались, уже могли подойти как раз-таки, ну, на тот момент, когда атака попадает. Да, там надо прям аккуратно играть. Ну, А как? у нас хилы умирают. Тут именно, что там не милишники, а Милишники как левая. раз таки не умирают почти. Биг Дэм просто зашел чуть раньше. В Я остальном вроде случайно все так жили. не отнесу. Не, я просто про предыдущие траи, что, ну, и милишники умирают, и кастеры. Кастерам вообще можно стоять почти посерединке. Да, кастерам проще намного. Никак не должны сдыхать. А если мы его сейчас не убьем, можем КД сохранить, чтобы не бить боковых боссов? Здравствуй. Да, ну какой смысл, а чё? Ну, Там бить-то на нечего. месте. Чё Да это? нет, просто, Время просто не прям тратить халик стоит. потом. Так-то да, на самом деле нормальная мысль. Да, Это не блядь. победа. Так мы Ну будем чё 20 там минут по бить трэш. поводу ДС этих мобов? Эти боссы бьются 15 минут, блядь. И халион 10, нахуй. Вот тебе Вот. 25 минут full инст. Просто мы, ну, падаем на хуйне. Бестиллер где? Иду. Рыба стоит. Ну и еще желательно хил, который там, или кто у вас, диспеллер, ну, должен быть, по идее, хил, он должен быть ответственным, ну, прям плотно сидеть на метке, потому что дамажит метка 5000, пелена 5000, еще когда лужа взрывается, там процентов 50 отрывает здоровье, то есть надо прохиливать сразу же. Ты что, фласка кончилась? У меня просто на 2 часа. Рарник. Валентас, Варихель. Ясно, блять. В смысле, ты Валентас. сказал 2 минуты чилим, я ходил курить, вот сейчас я сажусь хавать рыбу. Урхель подошел, все, принимайте все. Все тут. Валентас поел. Нет, это сюда все. Так, даю отчет. Five, four, three, two, one. Метеор 3.
Растут, растут. Мобы растут, надо отводить. Там мобы, конечно, заливаются хорошо. Метеор готовится. Синтек рейсы. Чутка туда поближе, надежда станет. Уноси метку. Ой, бля. Ностальгия хурюка рейсы. Ой, забери босс. Синтек КД, я бигдема ресну. Могу реснуть. Ресы. Треугольника заходить. И Лаша, и когда мелкие появляются, не забывай, не хилься, ничего такого не делай. Я резнул тут мастер. Хорошо. Только его здесь пока нету. Он валяется. Так, лезвие готовимся, начну крутить. Это рано начал, а нет, нормально. Ну, Мордаун, ты видишь, челик. Вот, Мордаун, у тебя проблема какая-то, ну, я не знаю. Я не знаю, я побежал со всеми, может, меня фреймом задело, я хуй знаю. Не знаю, что задело, но ты должен знать, что тебя задело. Ты, значит, ну, я не знаю, как это сказать, но надо ждать хилы, когда придут нормальные, которые это будут выживать, блять. То есть, так мы хуй чё убьём. Вот сейчас я походу дамаг от лезвия получил, наверное. Если бы я получил от лезвия, это бы умер. Ну там прям 10% хп было. Не знаю, наверное, получил. Не знаю. 70к минус резист. Стоп ДПС. Вон. Нормально, да, вынес? Чего под лицо выходит? Они не понимают, где лицо находится. Стопайте дамаг, выходите свет. 60, стоп. Опять Эвила сложила. Ну, сложила, да. Ну, даже на 60? Короче, мы пока слабо одеты для этой хуйни. Хулипал слабо одет. Хилы слабые, все сдыхают, танки слабые. Не знаю, меня бы тоже шотнуло, наверное. У нас там разница, по сути, в хп сколько? Ну, 1005, да, наверное? 1004 или 5 цивилаши. Но все равно разница есть. Так, да, хули. Ладно. У нас, кстати, хилы, которые кикнули, они еще не в гильдии, может, что-то поговорить с ними? Какие? Ну, кто там у нас клюнул? ДЦ и Хулипал. Шектор и Геншин или как? ДЦ, Шектор, Геншин сказал, что я хуесос, что мне похуй на Геру, что, а не нужны, блядь, что, я, что я слушаю всяких долбоебов, что Ностальгия ПС долбоеб, что, короче, что я хуесос и что я ною, короче. Ну, Биг Дэм также говорил. Шектор сказал, что за 100 ГП не будет играть. И, ну, и причем не первый раз. Вот поэтому, ну, я его кикнул. Ну, это, конечно, может быть и не надо было делать. Ну, я не знаю, я кикнул. Ну, потому что, а как играть, нахуй, ну, если человек при этом не ходит? Ну, 100 ГП, и он уже не ходит. Вот сейчас любому 100 ГП, да, его ливнете. Ну, если ливнете, так можете сейчас ливнуть. Просто Иван, токсичные, да? Люди. А так есть правило, написано, все разборы ГП, они происходят вне рейдового времени. Вот мне хукмастер написал, что он там вылетел вот на той ловушке на лече. Ну, мы посмотрели этот момент, и ну я отменил ГП рарнику и хукмастеру. Ладно, давайте на этом закончим. Как-то еще пододеться надо, может какую-то чарку ревностного на танка покрутить. Ну, если все-таки пойдем на следующей неделе, может быть, сохраним КД?
Я не вижу, смотри, как можно сделать. 20 минут. Ты просто на следующей неделе, вот мы сюда придем, ты просто открываешь журнал и нажимаешь «Возобновить КД», и все. И возобновляется, ну да, ты заходишь просто и бьешь сразу Холеона, не бьешь этот трек. Все, вот, заебись. Я согласен, что это заебись идея. Нам нахуй миники не нужны. Зачем нам 450 АД? Где ты говоришь? Общение, рейд, информация, резгир и пролить КД. Вот видишь, у тебя серым некоторые инсты есть. Да, если я сейчас прожму продлить, то что там будет на следующем КД? Ну, просто Холеон будет стоять? Не, ты не продлишь. Да. Сейчас ты не продлишь. Не, почему? Сейчас тоже можно. Он может сохранить его просто, да. И у него на следующем КД будет КД уже на Холеона с самого начала недели. Так, ну... А можно сделать просто тогда уже там нажимаешь... продлить, восстановить продление, там вот информацию, вот любой неактивный. Я прожал, там написалось зеленым продлено написано. Ну все, на следующей неделе КД будет. Ну ладно, это самое, ладно, хорошо. Так, я нажал, на следующем КД посмотрим. Сейчас, короче, смотрите, я сбрасываю ЕП, этот сброс делаю и что там, и начинаю за это, за косари начислять там. Не ЕП, на мага, если что. Так, а...